Гречка с баклажанами – вкусный и простой в приготовлении гарнир, который понравится многим. Помимо баклажанов, добавим грибы и лук, получится очень вкусно, непременно попробуйте. В процессе приготовления можно также добавить разные специи и травы, чтобы сделать вкус блюда более ярким и насыщенным. Подавать такую гречку можно с овощами и разными соленьями. Также можно добавить блюдо из мяса, птицы. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все продукты по списку. Очистите и сполосните лук, просушите, нарежьте луковицу небольшими кубиками. Шампиньоны сполосните и просушите, нарежьте небольшими кубиками или дольками. Баклажан сполосните, нарежьте небольшими кусочками. Подписавшимся, больше вкусностей. В сковороде прогрейте масло, переложите все овощи, жарьте 4-5 минут. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте гречку, соль и перец. Добавьте в кастрюлю воду, томите кашу на небольшом огне 20-25 минут. Спустя время подавайте кашу к столу. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Гречневая крупа 1 стакан, вода 2 стакана, лук репчатый 1 штука, баклажаны 1 штука, шампиньоны 200 грамм, соль, перец 1 грамм, масло растительное 3 столовые ложки, количество порций 3. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До встречи!